В Северной Осетии продолжается вакцинация населения от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Пункты развернуты и на базе образовательных учреждений. Сегодня ревакцинацию в медицинском колледже прошел председатель Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Юрий Федаров. Первый раз прививку он сделал 6 месяцев назад. После осмотра врача ему ввели первый компонент вакцины. Я первый раз вакцинировался в феврале, прошло время, определенное время, и я посчитал для себя нужным ревакцинироваться. Потому что вот с того времени, как я сделал вакцинацию, то есть никаких у меня ни болезней, семью свою точно так же вакцинировал, и тоже за них был очень спокоен, потому что эта болезнь нас обошла, слава Богу. И как только у них они чуть позже меня вакцинировались, как только они в то же время подойдет, они тоже придут ревакцинироваться. Привиться в пункте на базе медколледжа могут как преподаватели и студенты, так и все желающие. По словам врачей, те, кто сделал прививку от COVID-19 6-12 месяцев назад, сейчас проходят ревакцинацию. Набирается предварительно группа среди сотрудников, студентов, либо из жителей нашей республики. Идут на вакцинацию люди активно, сознательно, прививаются. А сейчас уже актуальна, да, ревакцинация, потому что уже большинство привитых уже нуждаются в ревакцинации, так как ревакцинация у нас проходит через полгода-12 месяцев. Что такое ревакцинирующая доза? Это доза, которая бывает необходима через 6-12 месяцев, когда заканчивается действие основного компонента вакцины, да, то есть нуждается организм в дополнительной дозе для выработки антител более активной.